Всем здравствуйте. Обзор газонокосилки для мотоблока. За основу взят диск от пилы, от циркулярки. У него уже половины зубьев нету. Здесь вот внутри там просто два подшипника и вал. На этой вот оси он как бы проворачивается, и вот есть болт натяжения ремня. А ремень вот просто вот так загибается, закручивается, и все. Это вот лыжа, которая не дает опуститься до земли. Мелкую траву косит хорошо, крупная бывает закручивается. Сейчас попытаюсь завести, если смогу одной рукой. Нет, одной рукой я не могу завести. Вот я ее завел. Работает, крутится. Кашляет так. Траву вроде бы не оставляет, если сам мимо не проходишь. Но тут я одной рукой не попадал в рядок. А так вот, более-менее. Я в огороде ничего не сажу. И скосить надо. 15 минут и весь огород скошен. Вот такая вот газонокосилка. Сделать ее можно быстро. Всем спасибо. До свидания.